Здравствуйте, друзья! Одесса, вербное воскресенье. Вербно-неделя. Статистика утверждает, что в Одессе сейчас где-то более миллиона жителей. Это и беженцы, и местные жители. Но одно дело статистика, а другое дело увидеть все своими глазами. Вот именно поэтому я и показываю вам видео, которое, в принципе, без монтажа, почти одним кадром. Вы увидели лица, улыбки, одежду, какая погода, что происходит. Потому что бесконечные российские нарративы говорят о том, что из Одессы все бегут. Посмотрите, как бегут из Одессы. Это воскресенье. В субботу на Дерибасовская была запружена тысячами людей. Там была реконструкция крестного хода. А сегодня джазовый фестиваль, пивной фестиваль. И везде люди, люди, обратите внимание, разных возрастов. От бабушек, сидящих на лавочке, до совсем маленьких, которые включаются во все мероприятия. И, конечно же, снова это где-то молодежь. 18 лет, 20 лет, учащиеся институтов, университетов. Дмитро Радченко та ударні Яків Тарунцов. Второй день продолжается джазовый фестиваль. Сменяются оркестры, исполнители. В самом начале я вам показала нашу замечательную Анастасию Букину, джазовую певицу. Каждый город имеет свой характер, свое лицо. Одессу трудно переделать, ее даже не меняет война. Ночью обстрелы, а днем вы видите сами. Все выходят на улицы, все участвуют. Ну, мы все соскучились по общению, по расслабленности, которая свойственна нашему городу, по улыбкам, идущим навстречу людей. Так вот, сегодня я все это увидела. Жив мой любимый город, наша мама. Меня все спрашивают, как вы живете во время войны под обстрелами? Живем, работаем. Учимся, учим, у каждого свое дело. Страшно об этом говорить, но, наверное, адаптировались к войне. Хотя все хотят только мира, ждут его ежесекундно. Генератор, пауэрбанк – это все теперь наши атрибуты жизни, бомбоубежище. Кому очень сложно, тот уезжает. А у кого нервы покрепче, те живут так, как будто бы ничего не происходит. Но, вернее, происходит, но мы об этом даже не говорим. Дурной тон
говорить о войне. Просто каждый переживает, как может. А самое главное, донатят на ЗСУ. И вот эти все ярмарки, все эти фестивали устроены именно для того, чтобы еще какую-то копеечку собрать для ЗСУ. Эта неделя была неделя ярмарок. И в каждой школе, в каждом университете проводились ярмарки. И дети зарабатывали, вот мой внук, они со своей школы за 2 дня заработали 50 тысяч гривен на поделках, на конфетках, на всякой дребедении. И с гордостью рассказывали, какой бригаде были переведены средства. Единственное, что люди все говорят друг другу, это тримаємось, друзі, тримаємось. В эти выходные замечательная погода. И одесситы пользуются, расслабляются, отдыхают. Впереди страстная неделя. Никаких мероприятий, только работа и работа. А вот если мы выживем, если нас не разбомбят и не попадет никуда ракета в очередной раз, то я покажу вам пасхальную Одессу. А сегодня здесь очень много людей. Просто ходят с вербочкой. С праздником, дорогие друзья. С праздником. Тримаємось всей планетой. Впереди страстная неделя. И еще тучи не рассеиваются. И еще частые вопросы. Где ваши мужчины? Ваших мужчин хватают, собирают. Я вам показываю. И мужчины, и женщины, и дети. Все тут. До встречи, дорогие друзья. И пусть нам никто и ничто не помешает. И даже не захочет помешать. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите только гадости. Тримаємось. До встречи. Тримаємось. Тримаємось і їднаємось.